Здравствуйте, уважаемые зрители. Новый 2021 год начался с изменений нормативной правовой базы в сфере перевозок опасных грузов. С 1 января вступил в силу приказ Минтранса России от 12 августа 2020 года номер 304, который называется «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов». Этот приказ заменил на своем месте действующий до конца прошлого года приказ Минтранса России номер 179 от 4 июля 2011 года. Каков порядок получения специального разрешения? С какими особенностями и новшествами придется столкнуться перевозчикам, мы поговорим в сегодняшнем видео. Основная особенность нового законодательства в том, что документ вступает в силу на определенный срок. Приказ Минтранса России номер 304 будет действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года. Специальное разрешение нужно оформлять на перевозки опасных грузов, относящихся согласно Европейского соглашения международной дорожной перевозки опасных грузов, грузам повышенной опасности. Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного груза, выдается на срок не более 6 месяцев. Обращаю внимание, что до конца 2020 года специальное разрешение можно было выдать на срок не более 1 года. Специальное разрешение выдается на основании заявления юридического лица или физического, в том числе индивидуального предпринимателя. В заявлении нужно указать наименование, адрес в пределах мест нахождения, ННН, УГРН, номер телефона, адрес электронной почты, тип, марка, модель, государственный регистрационный номер транспортного средства, массу транспортного средства, габариты транспортного средства, это длина, ширина, высота и длина свеса при наличии, сведения о предполагаемом сроке осуществления перевозки опасного груза, сведения об опасном грузе, номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование, класс, для веществ и изделий класса 1, кассационный код, группа упаковки, для веществ, в котором группа упаковки назначена, адреса мест погрузки, разгрузки, стоянок и заправок топлива. Описание маршрута. К заявлению нужно также приложить копию свидетельства о регистрации транспортного средства, копию свидетельства о профессиональной подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов и приказа о назначении консультанта или иного документа, подтверждающего полномочия консультанта. Для физических лиц только копию свидетельства о профессиональной подготовке консультанта. Добавился новый пункт. Нужно предоставить реквизиты платежного документа, подтверждающего плату государственной пошлины. Специальное разрешение выдает Ространснадзор в своих территориальных подразделениях. Транспортный надзор согласовывает данную перевозку с владельцами автомобильных дорог. Специальное разрешение выдается на бумажном носителе в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия решения о выдаче специального разрешения. Уважаемые перевозчики, будьте внимательны при организации перевозки и оформлении документов. С вами был Даниил Беляев. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Пока!